Девочки, всем привет! Мы пока все собираемся. Значит, вебинар мы сейчас начнем. Пока все собираются, приготовьте, пожалуйста, следующие вещи. Я вам рекомендую не просто смотреть и слушать, да, а сделать вебинар практическим. Вебинар будет практический. То есть будет теоретическая часть, но будет обязательно практическая часть. Поэтому я вам очень рекомендую, настоятельно рекомендую участвовать и приготовьте следующие вещи. Валик, можете вот полотенце свернуть, да, вот такой вот валик. У кого есть валик, возьмите валик, у кого нет, можете свернуть либо коврик, да, йоговский, либо полотенце. Приготовьте йоговский коврик, приготовьте также сейчас секундочку. Приготовьте также резинку, либо ремень, и приготовьте какую-то палку. У меня палки нет, я вот буду использовать вот такую вот штуку. Но у кого есть палка какая-то круглая, да, это может быть, вот я лосьон использую, что-то. Можно там, знаете, какую-то палку, потому что мы будем делать упражнения, она вам пригодится. Вот, кто только что присоединился, я... Всех приветствую. Сейчас еще немножко подождем. Кто присоединился, повторяю, что вебинар практически, да, то есть не только мы слушаем, но мы будем делать разные упражнения, поэтому заранее, чтобы потом не бежать куда-то, приготовьте йоговский мат, палку какую-то, приготовьте валик, я вот уже показывала. Можете использовать, смотать полотенце, использовать полотенце. Ремень. Либо просто, вот у меня растягивающий ремень, да, можно просто обычный ремень приготовить. Вот. И, в принципе, все. Вам понадобится стенка, мы будем стоять у стенки. Так, в принципе, все, я готова начинать. Остальные будут люди подтягиваться. Значит, вкратце представлюсь. Вебинар будет длиться, сразу говорю, час. У нас два больших блока. Перед тем, как я приступлю, расскажу вкратце о себе. Я основала школу балета и растяжки. Я Dance. 6 лет назад всю жизнь я занималась балетом, занималась акробатикой, увлекалась йогой, ну, как физикой, да, не как духовными практиками. Также я изобрела метод фитнес-балет онлайн, и по моей методике тренируются очень многие люди. Посадила многих людей на шпагат, улучшила многих осанки. Я обожаю преподавать, преподаю с 5 лет. Когда была ребенком, уже с 5 лет начинала преподавать зверюшкам, кошкам, животным. Вот, это моя прям passion, да, то есть я очень люблю преподавать, объяснять, работать с телами, с дыханием. Я также сертифицированный коуч по осознанному дыханию и ребёфингу. Постоянно совершенствуюсь и постоянно ищу какие-то новые методики, новые технологии. Куча клиентов у меня, куча студентов, и я постоянно развиваюсь, экспериментирую, и сегодняшний вебинар, это вот прям будет такой сгусток всего-всего, я думаю, что будет достаточно интересным, по крайней мере, я постараюсь. Итак, давайте приступим, у нас будет 2 части, вебинар будет состоять из 2 блоков таких основных. Первый блок – это здоровье спины, и второй блок – это растяжка шпагаты. Я на самом деле очень пожалела, что я взяла 2 таких крупных темы, потому что на каждую можно говорить месяцами, и там действительно столько информации. Но дело сделано, поэтому мне придется говорить о том и другом. Конечно, я бы сконцентрировалась на чем-то одном и дала бы более такую обширную информацию, но ничего страшного. Придется что-то убрать и сконцентрироваться внутри этого топика на каких-то отдельных моментах.
Итак, первая часть называется «Здоровье спины». О чем мы будем говорить? Мы, к сожалению, не сможем полностью покрыть всю спину, да? Мы поговорим, что влияет на осанку, какие части тела, и мы сконцентрируемся на шее. Я долго думала, на чем именно сконцентрироваться, и я решила, что мы сконцентрируемся на шее, потому что шея, ну, я бы сказала, на 70% влияет на осанку, больше, чем любой другой орган. Поэтому мы прям сконцентрируемся на шее. Я вам покажу, как ставить шею на место. Мы прям будем делать упражнения, как ставить шею на место, и будем избавляться вот от этого вдовья горбика, или его еще называют синдром компьютерщика или холка. У многих здесь наросты, холка, вот мы будем избавляться от этого. Я вам покажу упражнение, потом научу расслаблять шею. Это вот прям важный аспект, уметь расслаблять шею. Прям затронем, уделим время этому. И второй блок у нас будет растяжка. Знаете, растяжка, мы сконцентрируемся только на ногах, потому что тянуть можно все, начиная от шеи, да, до кончиков пальцев ног, но мы сконцентрируемся только на ногах, потому что я уже много проводила вебинаров на другие части тела, а вот ноги нет. И что мы будем говорить? Что касается растяжки, я затрону следующую тему. Я вам дам такие несколько секретов растяжки. Я вам расскажу, как тянуться, на что обращать внимание, как дышать, как считать, сколько держать, как одеваться, что пить, что не пить, как помочь, как усилить. То есть я вам прям такие советы дам. И мы поговорим, что влияет на растяжку, потому что получается, что многие сравнивают себя там с кем-то, вот у нее получается или не получается. Я вам расскажу, что конкретно влияет на растяжку. И в конце у нас будет практическая часть. Я вам покажу несколько упражнений на растяжку для подколенных мышц. Мы сконцентрируемся на подколенной мышце. Вот такой вот у нас будет день. Думаю, будет очень интересно. Вы всегда во время разговора, вебинар у нас интерактивный, вы всегда в любой момент можете написать что-то, лучше не говорить, потому что меня это прервет. Девочки, прямо сейчас отключите все звук. И если у вас возникнут какие-то вопросы, я всегда буду делать паузы после блока, вы их можете задать либо вслух, либо написать ваш вопрос. Писать можете в любой момент, а вопросы задаем после каждого блока, чтобы мне не останавливаться, потому что темы большие, покрыть хочу очень много, и нужно так будет все очень быстро сделать. Так, начинаем. Девочки, у вас включен звук. Я слышу, как вы ходите, как вы шуршите. Поэтому отключаем звук. Прямо сейчас отключите звук, потому что я слышу, как вы ходите. Вот, спасибо. Окей. Итак, переходим к первому блоку. Здоровье спины, прямая спина. Я много вебинаров проводила на эту тему. Значит, какая основная проблема со спиной? Так, если вкратце, да, не разглагольствовать. Основная проблема в том, что мы все ведем сидячий образ жизни. Мы сидим дома, мы сидим в метро, мы сидим на работе, мы смотрим телевизор, мы сидим в машине, то есть постоянно сидячий образ жизни. И от этого у нас голова начинает уходить вперед. А когда ушла голова вперед, естественно, подтягиваются плечи и, естественно, подтягивается спина. И, естественно, вот это вот все обвисает. То есть получается, что основная проблема не то, что мы не прямо держим спину, да, а
По моим наблюдениям, основная проблема – это вот вытянутая вперед шея. И из-за этой вытянутой вперед шеи случаются все остальные проблемы. Это вот, вот эти холки, да, или еще называют вдовий горб, вот этот вот, наросты. То есть здесь уже со временем начинается не просто вот как бы вот так, да, а прям наросты, начиная от плеч вот так вот, посередине здесь. И со временем эти наросты растут, и со временем люди доводят себя до такого состояния, что они не могут дотронуться до своих плеч, им больно. То есть вот ты еле-еле дотрагиваешься, они такие, ах, мне больно. То есть вот это место становится просто онемевшее, неподвижное, онемевшее, с кучей наростов, и оттуда идут очень большие проблемы. Такие как немение рук, боли в шее, боли в грудном позвоночнике, да, в грудном отделе, боли в плечах, головные боли. То есть отсюда возникает очень-очень-очень много проблем, потому что вот эта вот вся часть, она забита. И с ней нужно что-то делать. Сегодня мы начнем с ней что-то делать. Сегодня мы не будем говорить о верхней части спины, о раскрытии грудного отдела и так далее. Мы много раз это делали. Существуют вебинары на все эти части тела. Скажу только вкратце. На осанку влияют многие вещи. Грудь влияет на осанку. Вы, наверное, замечали, что чем больше грудь у девушки, да, тем больше она стулится. Грудь влияет на осанку, верхняя часть спины влияет на осанку, поясница влияет на осанку, живот, плечи, естественно, верхняя часть спины, шея и голова. То есть вот эти вот части влияют на осанку. Но мы сегодня сконцентрируемся только на шее, потому что с моей точки зрения, если вы поставите шею на место, вы выпрямите спину. Как ни странно. Поэтому начинаем наше упражнение. Что я предлагаю сделать? Я вам предлагаю сесть на край стула. Дайте лучше развернусь. Садимся на край стула, не как, да, в баре где-нибудь. Садимся на край стула. И вот и естественное положение 90% человек. Вот так мы сидим. Да? Компьютер, телефон, вот так мы сидим. Это реальность. Вот. Значит, мы начинаем тренироваться. Что мы делаем? Мы начинаем делать такое упражнение. Мы начинаем затылок, вот представьте, что у нас стенка позади нас, мы начинаем затылком упираться в стенку. Посмотрите, мы делаем такое движение. Еще раз. Что здесь важно? Не задирать вот так вот. Мне очень многие задирают вот так вот голову. Девочки, это большая ошибка. Вы задрали голову, но вы горбатая. Очень важно вернуть шею назад. Смотрим, возвращаем не так, а мы вот этим затылком упираемся назад. Поехали, делаем. Раз, уперлись и вернули. Опять два и вернули. Три, вернули, четыре, вернули, пять, вернули, шесть, семь, задержали, стоим, восемь, держим, семь, подбородок как можно ниже, шесть, давим вот этой частью, пять, четыре, три, два, один. Опять вытянули, опять вернули, стоим, восемь, семь, шесть. Не просто стоим, а прям продолжаем давить. Пять, четыре, три, два, один. Вернули и опять
себя. Упираемся затылком. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабились. Что здесь интересно? Вот смотрите, я, допустим, вот так вот сижу, да, сутулюсь. Делаю шею назад. У меня автоматически поднимается спина. То есть, казалось, да, делаем движение шеи, а спина выпрямляется автоматически. То есть, начинайте исправлять осанку с шеи, тогда легче будет выпрямить спину, да, и вот эту вот всю завернутость в плечах, но мы сейчас об этом не будем говорить. Значит, очень важно правильно возвращать шею. Еще раз повторяю, не задирать шею наверх. Я понимаю, что вы хотите вот убрать второй подбородок, да, поэтому вы задираете так, и кажется, ну вот, все, у меня идеально, видите, нет второго. А когда ты упираешься, да, у тебя как раз-таки появляется немножко второй подбородок, но это не страшно. Можно, если вы слегка, вот вы уперлись затылком, но слегка потом приподнимите подбородок, он у вас уберется, или, по крайней мере, его станет меньше. То есть, если вы хотите пойти дальше, да, то есть вы не только упираетесь, а следующий шаг. Вы приподнимаете чуть-чуть подбородок. Не надо его задирать, не надо прокидывать голову, да. Вы чуть-чуть приподнимаете подбородок, и у вас сразу же здесь автоматически все натягивается. Продолжаем работать над постановкой шеи. Смотрите, что вы делаете дальше. Опять вернулись, как вы обычно сидите, да? Уперлись затылком в воображаемую стенку, упираемся, и в этом, продолжая упираться, вы поворачиваете голову вправо и прямо. Упираемся влево и прямо. Еще раз, девочки, смотрите, не вот так мы поворачиваем, да? Мы упираемся и, упираясь, делаем вправо, прямо, влево, прямо. Продолжаем упираться. Вправо, прямо, влево, прямо. И последний раз. Вправо, прямо, влево, прямо. Вздохнули. Угу. Опять вернули шею, как вы обычно сидите. И опять упираемся затылком. И теперь делаем, вернули затылком. И теперь делаем, упираясь затылком, делаем наклон вправо. И прямо, постоянно упираемся. Даже когда наклоняем, мы продолжаем упираться влево. И прямо. И еще раз вправо. И прямо. Влево. И прямо. И последний раз вправо. И прямо. Влево. И прямо. Расслабились, потрясли головой. Опять свернулись, как вы обычно сидите, когда работаете. Уперлись затылком. А теперь сильно прижимаем подбородок к... то есть стараемся, если не просто вот так сидеть, а еще и подбородком давить. Укрепляем шею. Стоим. 8. Подбородком давим вниз. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы, вздохните, глоток воды. Теперь возьмите резинку или ремень. Берем резинку или ремень. Также садимся на край стула. И подкладываем ремень под голову. Вот сюда. Не на шею,
Можно на шее, но лучше всего вот сюда, под начало волос, где у вас. И начинаю головой упираться в ремень или в резинку. Сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабились. Потрясли. И давайте еще раз делаем. Сделаем под шею. Упираемся. Подбородок в себя. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Вздохните. И теперь мы то же самое повторим у стеночки. Подходим к стенке. Встаем к стенке, прислоняем ноги к стенке, попу, все к стенке. И убедитесь, что у вас плечи достают до стенки. Стоим. И начинаем упираться затылком об стенку. Стоим 8. Упираемся 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И делаем наклон вправо, упираемся в стенку. И прямо. Влево. Опять упираемся в стенку. И прямо. Еще раз. Вправо. И прямо. Влево. И прямо. И еще раз вправо. И прямо. Влево. И прямо. Молодцы. Теперь делаем ноги по первой позиции. Пятки вместе, носки врозь. Сейчас покажу чуть пониже. Вот так. Пятки вместе, носки врозь. Поднимаем руки наверх. Обязательно прижаться полностью к стенке. Поднимаем одну руку наверх и будем наклоняться в сторону, но при этом убедитесь, что лопатки, рука, попа, ноги полностью прижаты к стенке. Ничто не должно отрываться. Подняли руку вверх и начинаем наклоняться. Наклоняемся, наклоняемся, наклоняемся. Соблюдаем при этом спину. Лопатки держатся, не отрываются, стоим. И возвращаемся. Затылком продолжаем упираться. Упираемся не только затылком, но и плечами. Опять уходим медленно вниз, ниже, 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 ниже. Стоим. Упираемся плечами и затылком. Стоим. Вернулись. И последний раз. Упираемся. И вернулись. Поменяем руки. То же самое с другой ноги. Уходим максимально вниз. Убедитесь, что лопатки, спина, голова упираются по стенке. И возвращаемся. И еще раз, постарайтесь еще ниже наклониться. И возвращаемся. И последний раз. Упираемся в стенку как можно сильнее. И возвращаемся. Дышим. Садимся. Теперь берем валик. Не валик, а я сказала приготовить какую-то палку, да, либо что-то, ну вот я буду использовать вот такую штуку. Что-то круглое и длинное, наподобие палки какой-то круглой.
А что-то круглое, это может быть все, что угодно. Там из-под фольги есть такая вот палка. Может быть, я даже не знаю, но вот я буду использовать это. Мы сейчас будем учиться расслаблять шею, потому что вот здесь у нас очень много зажимов, наростов и всего-всего-всего нехорошего. Поэтому берем вот такую палку, я взяла вот лосьон, вы можете взять все, что угодно. И мы сейчас начнем расслаблять нашу шею голову. Берем и начинаем отдавливать, сильно ведем вниз по шее до плеч. И посерединке. И сбоку. Прям сильно надавливаем и проминаем. Еще вот прям, я прям чувствую, вот, прям очень больно, я знаю, но прям расслабляет эту часть. И прям катаем, прокатываем, давим как можно сильнее. Девочки, отключите звук, я слышу мужские голоса. Все, кто сейчас только присоединился, участники, пожалуйста, у кого-то включен, да, спасибо, что выключили. Продолжаем. Давить и катать. Вот у кого головные боли, не менее рук, вот это вот упражнение вам очень-очень сильно поможет, прям прокатываем, прям нажимаем, можно заходить еще ниже. Да, и вот таким образом массируйте каждый день, ну хотя бы по минуте, минуту-две, прям массируйте, вот там, сколько мы сейчас там массировали, где-то минуту, я уже чувствую, как вот здесь немножко отпустила и расслабилась. Вот. Поэтому можете вот эту часть себе постоянно вот таким вот валиком или палочкой массировать. Вот. Это что я хотела сказать про спину. Сейчас мы берем мат и уходим вниз. Покажу еще несколько движений. Уходим вниз. Сейчас вам понадобится валик. Валик. Значит, берем либо валик, либо вот я скрутила полотенце, у меня получился валик. Значит, очень часто бывает, что вот приходишь там с работы или откуда-то уставшая, и шея очень напряглась, потому что если вы целый день, да, сидите вот с такой шеей, а голова тяжелая на весь несколько килограмм, идет очень сильная нагрузка, да, вот на все вот эти вот мышцы. И вы пришли домой, вам нужно расслабиться, да? Что вы делаете? Вы берете этот валик, кладете под шею. Сейчас скажу. Кладем под шею и просто лежим. Закрыли глаза, лежите. Расслабляете шею, лежите, ну, начните там с 2-3 минут. Вот вы лежите, полежали 2-3 минуты. Давайте полежим сейчас хотя бы минуту. Можно закрыть глаза. Не знаю, меня видно, нет? Вот так, наверное, будет удобно. Лежим, под шею подложили, лежим. Полежали. Теперь полежали так минуту или две. Если есть время, можете больше. Голову повернули направо. И так же лежите. Расслабляемся. Дышим глубоко. Спокойно.
Прямо опять. И налево. Возвращаемся. Опять прямо. Отлично. Поднимаемся. Вот это упражнение вы вообще можете делать каждый день без проблем. Оно клевое, оно вот прям помогает расслабить шею от всяких зажимов. Очень хорошо, очень-очень-очень полезное упражнение. Сейчас еще вам покажу одно упражнение. Тоже после работы оно помогает раскрыть вот этот вот грудной отдел, да, потому что он у нас всегда в себя, особенно если у вас большая грудь, да, то прям вот так, да. И иногда прям хочется раскрыть, есть много разных движений, которые я у себя на бодибалетных упражнений и в записях, и по видео, и в живых классах показываю, их огромное множество на раскрытие вот этого грудного отдела. Но, допустим, вы пришли домой, у вас нету сил, вы вообще ничего не можете делать, вы устали. Предлагаю сделать следующее упражнение, я его обожаю. Значит, берем валик и подушку. Вот это у меня будет подушка. И вы этот валик подкладываете вот сюда, вот видите, где у меня купальник, вот на эту линию и кладете валик. То есть в грудной отдел вы его подкладываете. Так. Вот так. Голову кладете на подушку, ноги по-турецки, пятки вместе, носки вниз. Вот. Вытягиваем руки, и вот так вот мы лежим. И лежим так минут 5. Можно опять-таки закрыть глаза. Расслабить челюсть, расслабить лицо, расслабить все тело. И полежать. И вот если вы так пролежите минут 5, после того, как вы подниметесь, вы заметите, как вам намного легче стало держать спину. То есть очень раскрывает этот грудной отдел, который у нас всегда провалит, да. Ну и второе, можно, конечно, и руки вниз держать, да, но если вы еще растянете вот эти руки, то у вас еще тянутся вот эта вот часть у вас вся тянется под мышками, руки тянутся, потому что ноги даже не достают до пола, они вот так вот лежат, да. То есть это тоже еще хорошо растягивает руки. Лежим, расслабляемся. И я предлагаю подниматься. Возвращаемся за стул. И вот проверьте сейчас, намного ли легче стало держать, хоть мы и не сидели. Да, долго мы сколько? Минутки две пролежали, да? Ну вот я уже ощущаю, даже через 2 минуты, раскрытие вот этого грудного отдела. Значит, мы возвращаемся. Кто хочет, напишите, как вы себя чувствуете, как ощущения. Берите все эти упражнения на заметку. Я специально сделала такую подборку, да, легких упражнений, казалось бы, легких, да, но которые любой человек сможет сделать, да, из чего-то начать работать над своей осанкой. Итак, подведем итоги по этому блоку. Значит, мы что сегодня сделали?
мы научились ставить шею правильно, и мы поняли, что от положения головы, от положения шеи зависит наша осанка где-то на 70-80% однозначно. Вот, мы научились ставить шею назад, обратно, упираться затылком, и сделали разные упражнения, сидя, стоя у стенки и лежа. Сидя мы также использовали ремень, да, давили. У стенки мы также делали наклоны, проверяли, чтобы осанка была идеальная, да. И мы также делали с палкой упражнения, которые помогают нам расслабить мышцы шеи. Мы расслабляли это руками, и мы также на мате лежали на валике, расслабляли шею, а потом раскрывали грудной отдел. Берите эти упражнения на заметку, вы их смело можете делать каждый день, и постепенно-постепенно у вас это будет входить в привычку. Сейчас самое главное, чтобы у вас это было автоматически. Как только вы вспоминали осанку, вы сразу же делали вот так. Вот. Там есть еще другие шаги, как держать осанку, но так как сегодня у нас такой очень короткий вебинар часовой, да, мы изучили только это, но даже если вы научитесь в мозгу сформируете такой рефлекс, да, что когда я думаю об осанке, я делаю так, это уже будет вот прям большой шаг вперед, чтобы улучшить осанку. Вот. Это то, что я хотела рассказать по поводу здоровья спины. Теперь давайте перейдем ко второму большому блоку. Это растяжка. Очень большой блок. Что здесь важно понимать? Важно, когда я говорю растяжка, почему-то многие думают растяжка ног и шпагаты. Вообще, когда я говорю растяжка, я представляю растяжка всего тела. Ведь, понимаете, ну вот приходят ко мне девочки, да, сидят на всех шпагатах, ну не на всех, там, допустим, направо или налево, но при этом спина вот такая вот, понимаете, это бесполезные шпагаты, если у вас спина такая. Поэтому тяну, и вообще дубовая, не гнется ни вперед, ни назад, дубовая спина. Поэтому что важно понимать, когда мы говорим растяжка? Правило номер один. Тянуть нужно все сбалансировано и одновременно. Когда идут перекосы, допустим, спина, пипец, может выгинаться куда угодно, а ноги никакие, это перекос. То есть тянуться нужно очень сбалансированно, и тянуть нужно все тело. Когда я говорю все тело, я имею в виду шею, шею нужно тянуть, руки, подмышки, да, вы должны уметь руки назад вообще куда угодно тянуть. Грудь, весь позвоночник должен быть гибкий, как верхняя часть спины, так и поясница. И, естественно, ноги. Так, так, так и так. Вот, поэтому, когда я говорю растяжка, у меня растяжка имеет сразу же такое баланс, сбалансированное, полностью растянутое тело, да? То есть вот этот момент очень важно понимать и обращать внимание, потому что сейчас, последние лет 5, очень модно стало тянуться только на шпагаты. И пооткрывалось в Москве и в других городах куча всяких шпагат, школы растяжки, шпагаты, где 18-летние девочки, которые только что пришли из спорта, да, там какие-то там участвовали, где-то художественная гимнастика и так далее, начинают тянуть 40-летних женщин, как их тянули в детстве. Это жесть. А вот, то есть очень важно баланс, растяжка, баланс всего тела.
бесполезно сесть на все шпагаты, но при этом не владеть своей спиной. Вообще, если уж выбирать, но выбирать не нужно, но я люблю именно растягивать спину. Я считаю, что залог молодости и красоты – это спина. Гибкость позвоночника – это прям залог молодости. И я бы, если там, у вас на все не хватает времени, я бы сконцентрировалась на спине. Потому что спина – это основа. Что еще тут важно понимать? Растяжка, допустим, если вы хотите сесть на шпагат, да, сегодня мы будем тянуть ноги и будем говорить о шпагатах. Что здесь важно понимать? Если вы хотите сесть на шпагат или улучшить свою растяжку именно ног, у вас не должно быть иллюзий, и вы должны четко понимать, что растяжка – очень медленный и болезненный процесс. Такой процесс, который не любит скорости. Потому что... Если, допустим, вы сделаете что-то резкое, или вот вас вот такая вот молодая девочка потянет, перетянет, у вас может быть растяжение мышц. А они проходят иногда годами, иногда 2 года. То есть, если вы что-то перетянете, вам растянуться будет гораздо сложнее. Поэтому тут действует правило. Лучше меньше, но чаще, чем вот реже и так мощно, так что на вас еще сели, подавили, вы там кричите, она вас давит. Вот это вот я бы точно не делала, да, я бы лучше занялась спиной. Медленно и болезненно, да, с болью можно работать, и мы поговорим об этом чуть позже, да. Третье, что очень важно. Перед тем, как начать тянуться на шпагат, надо разогреться. Сделайте 5-минутную пробежку на месте. Просто бег на месте, попрыгайте, да, jumping jack. Растяжка любит тепло. То есть вы можете перед растяжкой, допустим, принять ванну или принять горячий душ. Оденьте там... Девочки... Пожалуйста, отключаем звук. Принять ванну можете, горячий душ. Оденьте самый теплый костюм. Вот чем вам жарче, чем вы больше вспотеете, тем... Безопаснее вы можете тянуться, тем больше вы вглубь можете уходить и рисковать еще глубже. Чем когда мышцы холодные, это становится более-более опасным. Тянуть нужно обязательно 2 ноги. Вот кто-то мне говорит, вот я на правую ок, а на левую не ок, и я не буду тянуть. Нет, однозначно 2 ноги. Столько же времени, одинаковые нагрузки, всегда, как бы у вас там хуже, лучше не получалось, мы всегда одинаковое время тянем 2 ноги. Очень часто спрашивают, сколько минут тянуться, как тянуться и так далее. Здесь важно понимать таких 2 момента. Растяжка бывает динамичная, да, это когда мы в динамике там, наклоняемся вперед, да, и бывает статика, мы легли и лежим. Так вот, на начальных стадиях я бы динамику сильно не использовала, особенно для начинающих, потому что вы можете резко в динамике нагнуться и все, и растянуть что-нибудь. Я бы начинала со статики, и начинала бы со статики 30 секунд, и доводила бы ее до 3 минут. Причем не надо считать 1, 2, 3, 4, 5, вы ставите таймер, и по таймеру вы держите 30 секунд правая, 30 секунд левая. Неделя. 2-я неделя. 45 секунд. 45 секунд. Неделя. 3-я неделя. Минута. И вы доводите до 3 минут. Когда вы делаете статику, важно... Вот теперь очень важный момент. Давайте поговорим о боли.
в какой-то момент становится очень больно, и кажется, ну все, ты это не выдержишь, ты погружаешься в эту боль и так далее. Значит, что здесь может помочь? Старайтесь углубляться на выдохе и старайтесь как будто вот эту вот боль продышать, что говорится. То есть не держите ее в себе, а прям продыхивайте и на выдохе старайтесь себе углубляться и секрет расслабляться. Причем расслабление начинается сперва в мозгу. Вы расслабляетесь, вы позволяете своему мозгу пойти дальше. И как только расслабился мозг, он отпускает мышцы. Потому что на самом деле это работа мозговая. У нас очень много блоков, ну вот мне, допустим, 40 лет, и я уже никогда не сяду. Или мне там 35, и я уже никогда не сяду. Или я в детстве не занималась, это невозможно. То есть очень много установок, страхов и так далее. Поэтому это больше умственный процесс, но и физически тоже. Поэтому совет я вам даю продыхивать боль, расслабляться. И секрет такой маленький вам дам. На растяжке, когда вы делаете растяжку, лицо должно быть всегда расслаблено. Если у вас зажато лицо, то оно посылает сигнал в мозг, что нужно зажаться. Если лицо у вас расслаблено, особенно убедитесь, что когда вы расслабляете лицо, вы расслабляете межбровные морщинки, лоб, челюсти, губы. И очень важно язык. Язык должен быть расслаблен. Как бы это странно ни казалось вам сейчас, но язык, лицо должно быть расслаблено. Тогда мозг идет информация, что все хорошо, можно расслабиться, и вы тогда можете углубиться. Что некоторые вот так вот тянутся, и все такие напряженные. Нет, растяжка — это расслабление. Расслабление. Чем больше вы расслабляетесь, тем глубже вы уходите. То есть это вот прям такой очень-очень важный момент, который нужно учитывать. Еще очень важный момент. Есть такие фанатки, и они встречаются среди моих клиентов нередко, которые занимаются каждый день и не дают своим мышцам отдыха. Это неправильно. Отдых — это как растяжка, то есть это как продолжение растяжки. Если вы не даете своим мышцам отдохнуть, ничего хорошего не будет. Обязательно нужно дать мышцам отдохнуть, потому что постоянно держать их в напряжении, постоянно тянуть, не расслаблять, ничего хорошего. Два раза в неделю вы должны ничего не делать. Вот с моей точки зрения, дать отдых мышцам и не делать. И слушайте свое тело, вот прислушивайтесь. Кто бы вам что ни говорил, давай глубже, глубже, ниже, там, тяни, там, рви. Отталкивайтесь от себя. Вот вы чувствуете? Все, предел. Вот сегодня так. Остановитесь. И еще, растяжка никогда не вот так. То есть не существует, что если вот сегодня тебе осталось столько, то завтра у тебя уже будет столько. Нет. И многие это не знают, и многие отчаиваются. Допустим, вот 3 недели у нее супер, лучше, 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 а потом бух, и она опять, как в начале, спустилась. И она расстраивается, мотивация падает, слезы и так далее. Это нормально. Растяжка, она примерно вот так. То есть она в итоге улучшается, но она вот прям... Вот такой вот путь, то есть, потому что это зависит от многих факторов. Вы там плохо выспались, вы нервничаете, у вас месячные, все что угодно. То есть растяжка на самом деле зависит от многих факторов, поэтому не переживайте, если там на какой-то день у вас гораздо хуже. Да? Обязательно измеряйте результат, отмечайте результат, делайте фотки, обязательно мотивируйте себя. Как можно мотивировать? Да как угодно, вот, допустим,
могу привести пример. Просто многие говорят, что там после 40 нельзя сесть. У меня, из моего опыта, хочу вам сказать, у меня были клиентки, которые 20 лет садились, ну, дети, про детей я вообще не говорю, и в 30, и в 40, и в 50, и у меня была одна клиентка, француженка, ей было 63 года, она, это была ее детская мечта, всегда танцевать, но она врач, она стала врачом, и когда она приехала в Россию, она меня нашла, я с ней занималась индивидуально 3 месяца, и через 3 месяца мы сделали прекрасную фотосессию в пачке, и она в этой фотосессии еще села на шпагат, и ей оставалось вот столько. То есть, да, вот это вот была потрясающая мотивация для нее, потому что она знала, что через 3 месяца у нее будет съемка, поэтому она рвала и метала. Поэтому находите какие-то себе мотивации, там, фотосессии, там, фотографии, что-то еще. То есть всегда подбадривайте себя, ищите новые мотивации, чтобы продолжать улучшать вашу растяжку. Вкратце я расскажу, что влияет на растяжку, да, почему там у одного быстро получается, у другого медленно, и потом мы перейдем к упражнениям. Значит, очень часто во время класса растяжки ко мне подходили девочки, и я слышала такую фразу: блин, ну вот она ходит, она пришла позже, чем я, она уже почти села, я вот до сих пор не села и так далее. Объясняю. Первое, номер один, никогда ни с кем себя не сравнивайте. Объясняю почему. Потому что первое, что влияет, да, на растяжку, первое, это начальный уровень подготовки. Грубо говоря, ну если эта девочка, ее в 5 лет отправили на гимнастику, и до 7 она 2 года занималась гимнастикой, ее посадили на все шпагаты, а потом она бросила и никогда ничем не занималась до 40 лет. А потом 40 лет она пришла и хобана, бах, и села на шпагат. И все удивляются, как у нее. Просто есть такое понимание, как мышечная память. Да? И если вы в детстве садились на шпагат, вам всегда будет сесть на шпагат гораздо лучше, чем девочке, которая никогда не садилась на шпагат. Вот это вот прям изначально, да? То есть мышечная память существует, и если у вас был опыт растяжки в детстве, где вы садились на шпагат, в взрослом возрасте вам это будет делать гораздо легче. Поэтому это первое, почему нельзя себя сравнивать, да. Потом, допустим, человек привык заниматься, да, он там занимался плаванием, он привык тянуться, ну, не шпагат, но он, в принципе, знает, как работать с болью, с силой боли. Конечно, у него будет преимущество между девочкой, которая в жизни никогда ничем не занималась. Это тоже очень важно, потому что человек, неважно, каким он спортом занимался, у него уже выработана дисциплина, и он привык к тренировкам. И даже если он дубовый, ему будет гораздо легче сесть на шпагат, чем девочка, которая не дисциплинирована, никогда спортом не занималась, понятия не имеет, что это такое. То есть это тоже очень сильно влияет. Потом, индивидуальная и индивидуальные особенности организма. Вот из моей практики существуют три типа. Дубовые. Вот у нее дубовые мышцы, и ты, блин, ничего не сделаешь. Вот, ну, очень дубовые мышцы, связки такие неподвижные, такие дубовые. А есть девочки пластилин, ну, вот она прям такая вся, и спина, и ноги, ну, вот просто, тяни не хочу, да? И есть что-то посередине. Так вот, что интересно, следующий пункт – это толерантность к боли. Видите, в природе все очень гармонично. Вот те девочки, которые дубовые, да, дубовые мышцы неподвижные, у них, они к боли, они боль терпят, как не знаю кто. Ты можешь давить, там, сесть на них, тянуть. Спрашиваешь, больно? Нет. Дави еще. То есть они могут терпеть боль вообще шикардос. А вот эти вот девочки, которые пластичные, они считают, что «ах, мне больно», и все, ты до них не дотронешься. И интересно тот факт, что вот когда они твои, вот эти две группы занимаются, да, вот таких дубовых и пластичных, отгадайте, кто быстрее садится на шпагат?
Правильно, дубовые. Потому что толерантность боли тоже имеет большой эффект на растяжку. Вот. Потом регулярность. Одна занимается 2 раза в неделю, другая в 4. Будет разница? Будет, безусловно. И правильность выполнения. Тут очень важно, конечно, иметь хорошего наставника, который вам покажет наилучшие упражнения, с помощью которых вы за кратчайшие сроки, учитывая все ваши способности, индивидуальные особенности, время и так далее, поможет вам достичь вашей цели. Вот это если вкратце. Теперь переходим к практике. Что я хочу? Я хочу, чтобы вы подошли либо к шкафу низкому, либо к креслу, потому что вы сейчас будете ложить ноги на кресло или на шкаф. Значит, я вам покажу несколько упражнений для растяжки подколенных мышц. Их можно делать сидя, можно стоя. А мы сейчас делаем стоя. Они мне очень нравятся, и я вам их покажу. Значит, вы встаете. Сейчас подвину. Подходите либо к креслу, либо к столу, неважно к чему, и кладете ногу на стол или на кресло, или на стол. Поднимаете руки наверх и сперва просто стоите. Опорная нога стоит по первой позиции, выворотно, то есть выворачиваем. А та нога, которая на столе, носок на себя. Проваливаем коленку вниз, стоим. Постояли. Начинаем потихоньку опускаться. Кладем руки на стопу, либо на стул и уходим вниз. Лежим. Полежали, поднялись. И теперь просто делаем наклон. Раз. И наверх. Два. Наверх. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И опять полежали. Углубились еще больше. Угу. Стряхнули ноги, стряхнули руки и положили другую ногу. Подняли руки, стоим, пока просто стоим. Наклонились, взяли за стул, за стол, тянем под коленную мышцу. Поднялись. И делаем наклон. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и лежим. Встряхнули ноги, встряхнули руки. Сейчас сделаем еще одно упражнение. Поднимаем руки наверх, тянемся наверх как можно выше, растягиваем поясницу и пошли вперед. Ставим руки на пол. Кто не достает до пола, просто тянемся до пола, висим. Висим, держим, растягиваем подколенную мышцу. Чувствуем, как они у нас тянутся. Стоит 8, 7, 6, 5.
4, 3, 2, 1. Пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И медленно, 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 медленно поднимаемся, возвращаем шею, поднимаем подбородок и в таком положении возвращаемся на место, садимся. Вот мы вкратце. Вот мы вкратце поговорили о растяжке. Я вам рассказала, от чего она зависит, дала несколько клевых советов по растяжке и показала несколько движений, упражнений на растяжку. Последнее, что хочу сказать, это то, что проблема в том, сейчас я вот скажу очень важный момент, постарайтесь его запомнить. Вообще, чтобы быть в форме, в тонусе, быть гибкой, пластичной, нужно делать три вещи. Нужно первое делать кардионагрузки, второе – силовые нагрузки, женственные, не вот качаться, да, а женственные нагрузки, чтобы мышцы были длинные, а не такие, как это, как качки. И растяжка. То есть, если вы будете делать вот это три, то у вас будет такое гармоничное работа над телом. Кардио, силовые и растяжка. Но проблема в том, что у людей очень мало времени. И если у них там есть час, да, они либо бегают час, либо плавают час, либо пошли на йогу на час и так далее. У них не хватает людей времени делать такие регулярные нагрузки, да, на все эти аспекты. А вот. И это первое. А второе, некому контролировать правильность этого исполнения. Да? Ведь растяжка очень важна. Как я уже говорила, можно перетянуть, да? Либо не дотянуть, либо не использовать время настолько эффективно, насколько это можно. Поэтому я придумала такой очень суперский комплекс для начинающих. Фитнес-балет онлайн, который совмещает эти все три аспекта. Там и кардио, там и силовые нагрузки. Но силовые такие женские нагрузки, да, бодибалетные. Они такие женственные. И растяжка. А вот. И эти комплексы, они настолько точечные, настолько сжатые, самые вот прям, которые давят на конкретные места, да, там каждый комплекс там по 10 минут или 20, то есть они настолько сбалансированы, они настолько на все тело, да, и на спину, и на руки, и на верхнюю часть спины, и на поясницу, и на ноги, и растяжка, то есть там полностью все. И я вам очень рекомендую, если вы хотите продолжать заниматься, но у вас, допустим, ограниченное время, и у вас нет времени там, путешествовать в зал или куда-то еще, я вам предлагаю приобрести эту программу, потому что она действительно уникальна, она для начинающих, она нелегкая, но она очень эффективная на все части тела, на проработку всего тела. И вот такая программа, она длится 30 дней, и вы можете заниматься в любое для вас время. У вас будет расписание на каждый день конкретно, какие комплексы вы должны сделать. Вам для этого нужно только подключение к интернету. Время, когда делать, выбирайте сами. Но в понедельник вы должны сделать определенное количество упражнений, во вторник определенное, в среду там. То есть неважно, когда, во сколько, но вы должны сделать. И вы должны будете отмечаться. То есть есть график и есть наблюдение, да? Меня, то есть я наблюдаю, позанимались вы, не позанимались, насколько это эффективно, неэффективно. Есть чат, где вы можете задавать все вопросы. И вот эта вот программа на месяц, занимаетесь вы каждый день, кроме субботы и воскресенья, на протяжении 4 недель. То есть получается где-то 30 дней. И вся эта программа стоит 7700. Но для участников вебинара, кто сегодня участвовал на вебинаре, до 12.00
я делаю скидку 50%. Вам нужно оплатить до 12.00, и тогда этот курс будет стоить 3.900, и при оплате вы получите еще два подарка. Вы получите видео массаж живота и видео один комплекс для подкачки шеи. Очень эффективный новый комплекс, который я недавно сделала, и все это включится в программу. То есть за 3.900 вы получите комплекс на 30 дней, на каждодневных тренировках. Там будет и кардио, и силовые, и растяжка. Плюс вы получите массаж для живота, дополнительный комплекс, и массаж для шеи. Скидка вот эта, вот эта акция, будет действовать сегодня до 12 часов. Поэтому, если вы точно решили, что вам это нужно, и вы хотите до 12 часов, напишите мне, сделайте оплату, напишите ваш email, и я вас подключу к этой программе. Вот, поэтому я надеюсь, что вы воспользуетесь этой возможностью, потому что на самом деле эта программа стоит 7700, намного дороже, но вот я решила для участников программы сделать такую скидку. На этом я предлагаю заканчивать, мы уже вышли за пределы нашего графика. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы мне говорите, пишите. Если нет, то тогда... ну, естественно, вы получите запись вот этого вебинара тоже вместе вот с этим комплексом. Поэтому пишите мне в личку, я вам всю информацию скину. Рада была вас всех видеть. Спасибо, что вы пришли. Надеюсь, что вебинар вам понравился, и вы в любом случае вынесете очень много полезного и будете брать на заметку. Класс, очень интересный вебинар. Спасибо, да. Спасибо, я старалась. Вот, используйте эти упражнения, которые я вам дала. И кто решился, кто точно знает, что хочет продолжать, хочет работать над своим телом, под моим руководством, кому нравятся мои упражнения, пишите. Пишите мне, Елена, спасибо вам. Пишите мне, и я вас подключу. Всем спасибо и до новых встреч. Вопросы пишите, задавайте, пишите мне в личку. До 12 часов скидка действует, до 12.